Двери Калинковского райвыконкома не зачинены ни для кого. Некто звертается сюда со своими проблемами письмово, некто телефонует на прямые и горячие линии. В установленный законом термин станочек вырешается около 30% зворотов. Некоторые проблемы на кшталт проведения капитальных ремонтов потребуют больше значного часу. У шмат таких выпадках справа обмеживается звычайной размовой. Разом с тем есть ситуации, когда станочек вырешить питание на користь того, кто звернулся, просто немогчимо. У первую чергу это тычется просьбу об перегляде судовых решений. На приеме у помощника президента жанчина, якая уже никаких годов не погаджается с решениями судов разных инстанций об самовольном захопе земли. Посылки на то, что ни один чиновник не может это решение отменить, разумения не находить. Крыху позднее Юрий Шулейко погодится с думкой об тем, что разгляд звороту об отмене чиновниками судовых решений максимум увогуле треба спынить. Не в практике даже по законодательству вмешиваться в данную деятельность по решению, а особенно когда это обжаловано в высших инстанциях. Поэтому есть вопрос, который сегодня наверняка надо обсуждать и трактовать гражданам, что сегодня, приходя на прием, вопросы должны формироваться по существу. Тематика звороту самая разная, от ремонта жилья и кошту его приватизации до организации дорожного руху. Дать одразу однозначный отказ можно не завсёды. Додаткового получения потребует просьба об открытии руху машин по частой улице Чкалова у Калинковичах. В отрозненні от человека, який эту просьбу выказал, мясцовые жихары супрать, кажуть, что улица узкая и еще добро памятуют час, когда автомобили створали тут реальную небезпеку. Каб выправить ситуацию, тады приклали шмат намаганню. Заборы валялись постоянно, ремонтировали постоянно. Это вообще... Заезжали в огороды к нам. Ну, тогда же меньше движения было. Тогда колхиды не ходили, самосвалы не ходили. А теперь же у людей и машин много. А вось рух по еще одной дороге организованы будет. Члены нескольких садоводнических товариств за уластные сродки побудовали дорогу для протягу автобусного маршрута. К нам идут скорая помощь. У нас мусор вывозят. У нас это самое... Автолавка приходит, и вот эту дорогу 900 метров мы своими силами делаем ямочный ремонт. Мы сделали и кольцо, мы сделали остановку, все мы сделали. Автобус пригоняли несколько раз, проходил, водители дали заключение, автобус может ходить. Разом с тем, такая инициатива по неких причинах не сподобалась былому керавництву одного садоводнических кооперативов. Поколь местовые улады выучали ситуацию, дачный сезон практически завершился. Помощник президента ставит у этой справе кропку. Мы переговорим с районной властью, автобус будет ходить. Я вам практически заверяю. О, спасибо. Олег Сентеров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Скалинкевичев.